Два мужика рыбачат. Один из них поймал русалку. Достал из воды, держит в руках, любуется. Через минуту отпускает. Второй мужик: «Ты что? Почему? А как?» Потерпевший: «Узнаете ли вы человека, который угнал у вас машину?» «Ваша честь, после речи его адвоката, я вообще не уверен, была ли у меня машина». Жена выговаривает мужу: «Не могу тебя понять. Иногда ты ведешь себя как настоящий мужчина, а порой как самая настоящая женщина. В чем дело?» «Да все дело в наследственности. Одна половина моих предков были мужчинами, а другая – женщинами». Сынок спрашивает у матери: «Мам, а ты какой была, когда встретилась с папой?» «Пьяной». «Пап, я лесбиянка!» Младшая из кухни кричит: «Пап, я тоже! Блин, из вас кто-нибудь мужика в дом приведет?» Сын из комнаты: «Я!» Кочегар, вернувшись раньше времени с работы, увидел, как сосед Михалыч в сарае имеет его жену. Наблюдал за ними целый час. Затем схватил лопату, врывается и говорит: «Михалыч, гад! В моем сарае! Мою жену!» Кочегар замахивается лопатой. Жена кричит: «Не смей, дорогой! Так и без соседей останемся!» Thank you.